Всем привет! С вами снова Таня, и сегодня мы с вами будем разбирать мои сегодняшние покупки, которые я совершила в магазине Fix Price. Нашла там кое-что новенькое и интересное, поэтому если вы любите подобные видео, оставайтесь со мной. Начну я, пожалуй, с такого товара. Это бигуди, в наборе идет 5 штук. Бигуди очень большого диаметра, они действительно очень крупные. И стоимость товара 55 рублей. Это бигуди на липучке. То есть для того, чтобы их прицепить и использовать, не нужно применять дополнительные какие-то аксессуары, резинки, шпильки. Они действительно держатся, волосы действительно держатся. И объем, конечно, такой хороший объем они делают. Если их близко-близко на корни, к корням наносить, выглядит это на голове очень смешно. Представляете, вот такие рогалики очень смешно выглядят. Объем колоссальный. Я наносила на такие полувысохшие волосы, и потом от этого объема, если честно, еле избавилась, потому что мне очень такой сильный большой объем на волосах, мне так кажется, что не идет. Поэтому, ну вот, пригладила немножко. То, что осталось, то и осталось. Следующий товар для дома, который я приобрела, по-моему, это новинка. По крайней мере, в нашем Fix Price я раньше не видела декоративные такие наволочки. Я, к слову-то сказать, взяла их сразу 2 штучки для того, чтобы, ну, немножко иногда разнообразить интерьер. У нас таких маленьких подушек 40 на 40 размер у данной наволочки. Очень много подушек. И подумала, что можно и для фона видео использовать, подкладывать подушки. Стоимость у данной наволочки 99 рублей. Есть фикс-прайс наволочки стоимостью 50 или 55 рублей. Я скажу, что смысл переплачивать есть, потому что качество намного лучше. По 5-бальной шкале, скорее всего, 3 с плюсом, либо 4 с минусом. Но, на мой взгляд, качество неплохое. Можно обратить свое внимание. Из раздела товары для кухни я взяла на данный момент очень актуальные для меня покупка. Это набор трафаретов для кофе. Здесь их 4 штучки, 4 трафарета. Есть цветочек, солнышко, вот такой смайлик и сердечки. Стоимость товара была 50 рублей. Я буквально вчера хотела их заказать в интернете, а сегодня совершенно случайно я их увидела в магазине Fix Price, очень обрадовалась, сразу купила. Не нужно ничего теперь заказывать. Ну и далее, раз уж мы коснулись темы кофе, питья и кухни, давайте покажу вам единственный товар из продуктов питания. Трубочки хрустящие, которые я, по-моему, беру третий уже раз. Они мне нравятся. Здесь у нас 400 грамм, стоимость 55 рублей. И мне писали зрители мои, что по моей наводке уже покупали данный товар, и что им тоже очень понравилось. Они очень свежие, всегда очень вкусные. Ну, дату изготовления, естественно, нужно смотреть. И мне нравится, ничем они не отличаются от подобных, точно таких же трубочек, которые я покупаю обычно в магазине. Это Пятерочка, Евроспар, они точно такие же. Может быть, даже немножко мягче, такие более нежные, вкусные. Следующая покупка, это такая необходимая покупка. Я взяла набор алкалиновых батареек. Здесь их 7 пар, они все разных размеров. И у нас много детских игрушек, светильников, на которые идут именно такого плана батарейки. И они мне действительно были очень нужны. Первый раз взяла, я не знала пока, вот как они работают. Надеюсь, прослужат, ну, хотя бы какое-то время. С каждым днем все больше и больше в магазин Fix Price завозят товары из новогодней тематики. И единственное, на что у меня упал взгляд, то, что мне, ну, очень захотелось сразу же приобрести, это вот такое новогоднее украшение подвесное в виде звездочки. Такая заснеженная звездочка с веточкой, еловой веточкой, цветочек, пару шариков. Вот. По-моему, очень милая вещица. Стоимость, по-моему, 50 рублей была. Идет она, кстати говоря, вот в такой прозрачной упаковке. Я ее специально заранее сняла, чтобы не шуршать тут перед вами. Ну, люблю я украшать такими милыми вещицами дом, квартиру, особенно перед Новым годом. Мне кажется, это прям очень актуально. Далее, на что я обратила внимание в Fix Price, вот на такой товар. Это бумага для упаковки подарков. Но я подумала, что можно использовать эту бумагу, конечно же, по прямому назначению в том числе, но и можно использовать как фотофон, либо видео даже фон, потому что бумага достаточно матовая, она не блестящая.
настоящее, и все виды, которые там были, я даже не знала, что выбрать, потому что они все были очень стильные, такие действительно современные, стильные, интересные, не стандартные там блестящие снежинки, снеговики и Деда Морозы. Вот, смотрите, я вам сейчас даже разверну. Мне кажется, что очень даже красиво должно в видео смотреться. Но в любом случае фотографию каждого товара я вам ставлю. И стоимость данной бумаги была 25 рублей, если я не ошибаюсь. А здесь 1 метр и ширина 70 сантиметров. Следующие оставшиеся товары будут все из раздела покупки для ребенка, детские товары, товары для творчества. И из старой коллекции, вот такой хэллоуиновской, неделю назад у меня муж Сони купил волчок. Волчок со светом и музыкой, зловещий смех, невероятные световые эффекты и веселое настроение. Волчок из себя представляет вот такой пластмассовый желтенький мячик. И я его не советую, заранее вам скажу, что мне этот волчок больше не понравился, чем понравился. Он идет, заводится с помощью ключика. Проблема в том, что ты не знаешь, когда вот этот ключик нужно отпускать. Он постоянно пропускает. Его нужно крутить, вот этот ключ, получается, по часовой стрелке. И он постоянно пропускает. Я никак не могу уловить тот момент, когда нужно отпустить волчок, для того, чтобы он потом продолжал крутиться. Возможно, это у меня такая набракованная. Если вы покупаете этот волчок, пожалуйста, напишите ваши отзывы. Мне будет действительно интересно знать, все ли они такие или только нам попалась такая версия. И второй минус в том, что вот, как вы видите, черная краска, она потихоньку сползает, и руки, конечно, у ребенка пачкаются. Маленький ребенок, который постоянно засовывает в рот руки, пальцы, это не есть хорошо. Зато световые эффекты, боже, волчок прекрасен. В рабочем состоянии он действительно красивый, очень мигает разноцветными огнями, он зловещий смех действительно такой воспроизводит, и вроде какая-то музыка такая играет. Вот, но не советую 100%, ну, мне не понравилось. Следующая игрушка прям крутая. Это игрушка танцующий мяч с музыкой и светом. Мы подобный мячик покупали год назад, он был немножко другой, желтенький и без таких вот пупырок. Очень крутой мяч. Тот желтенький мяч у нас долго прожил, хотя Соня над ним издевалась как только могла. Вообще она бросала, кидала. Сейчас я его включу, не пугайтесь. Работает данный мячик от 4 батареек. Батарейки в комплекте не идут, нужно будет докупать. Мы покупали не в Фикспресс, я купила специально в другом магазине, чтобы подольше батарейки прослужили. И мячик действительно очень классный. И, не знаю, радует ребенка, нравится ей, она уже сама умеет. Здесь нажимается кнопочка белая. Она нажимает, включает и выключает. Так что я рекомендую вот этот товар к покупке. Детям нравится. Даже взрослым. Следующий товар, от которого даже я просто в восторге. Набор «Маленький повар», стоимость 99 рублей. Забыла я сказать, вот этот танцующий мячик тоже стоит 99 рублей. Я покупаю подобный набор уже третий. И до этого были у нас овощи. И сейчас я решила взять вот рыбу, краб, баклажан здесь и острый перец. В наборе еще идет разделочная доска и ножик. У меня дочка те предыдущие два набора просто обожает. Обожает. Она может сидеть их, сама скрепляет, возьмет ножик, порежет, потом снова скрепит, опять режет, складывает в кастрюльки. Очень ей это интересно, поэтому я решила снова порадовать. Фикспресс, кстати, раньше не было подобных вариантов. А сейчас появились еще и были и пирожные с тортиками, и ананасы, фрукты какие-то интересные другие. Вот в следующий раз пойду, куплю еще какой-нибудь набор. А вот. Тем более я на Новый год решила, скорее всего, буду дарить своему ребенку кухню, и вот поэтому потихоньку набираю сейчас продукты и товары для этой кухни. Следующие все товары будут товары для творчества, и я решила, что Соне пора уже рисовать красками, пора рисовать кисточкой, и решила купить вот такие краски. Здесь 14 цветов набор, и краски изготовлены на основе органических пигментов натурального связующего с добавлением патоки и меда. Это медовые краски, выглядят они потрясающе, как краски из моего детства. Очень красивые, яркие, и красок здесь достаточно много. По-моему, стоимость товара была
50 рублей, да, 50 рублей. Далее взяла для водички вот такие, такой стакан непроливайку, он у нас идет двойной, стоимость была 16 рублей вот у данного товара. Ну и, собственно, сам альбом, тоже я его приобрела в фикс-прайс. Я надеюсь, что Соня будет здесь проявлять свою творческую активность, творческую деятельность. Альбом с принцессой, здесь 24 листа, но самые обычные белые листы. Вроде бы неплохого качества листы. Не знаю, я в альбомах для рисования обычно не разбираюсь, но думаю, что моя дочка тоже. Красивый, неплохой альбом за 25 рублей. Если вдруг нам понравится это занятие, возможно, еще потом докуплю. Еще я взяла для рисования вот такие мелки из воска. Яркие цвета, ультрамягкие, не ломаются. Ну, проверим. Сейчас откроем. Скажу сразу, что очень удобно они закрываются, открываются. И в составе воск, цветной пигмент и бумага. Вот. Клево, да, действительно яркие, мягкие, не требуют сильного такого нажима. Ну, ребенок точно справится. Я надеюсь, что Соня будет в восторге от этих мелков. Они очень красивые, яркие, классно. Мне уже нравится этот набор. Попробуем порисовать. Я надеюсь, ее заинтересует. Это были все мои покупки, которые я совершила в магазине FixPrice. Я надеюсь, что вам было интересно. И я надеюсь, что вам понравилось, конечно же, возможно, даже полезно было. Буду ждать ваших комментариев. Не забывайте оценивать видео, не забывайте подписываться. Всем желаю хороших, выгодных покупок и всего самого наилучшего. Пока!